Республика на связи. События, мероприятия, встречи и новые знакомства. Каждую субботу. Комета Донецк. 98,6 FM. А 98,6 FM, Комета, передовая волна Республики, наша программа «Республика на связи» продолжается. С вами в студии по-прежнему Виктория Клепикова и Рената Айгистова. Виктория, мы с вами сегодня будем говорить о музыке, но у нас завтра праздник, Рождество. Но, конечно, самый главный антураж любого праздника — это не только его составляющая, скажем, как такая, как новогодний стол или праздничные блюда, но, конечно, сама атмосфера. А лучше всего атмосферу что может создавать? Наверное, все-таки музыка. Да, абсолютно с тобой согласна. Поэтому, наверное, да, создавая такое камерное настроение, будем говорить сегодня о музыке. И это будет фортепиано, потому что, мне кажется, этот инструмент, он как раз, ну, придает некоторую изысканность атмосфере. Да, конечно, многие музыканты, наверное, могут поспорить с нами, точнее, могут попытаться. Каждый любит свой инструмент, но с фортепиано, ну, на самом деле, конечно, ничто не сравнится по значимости и влиятельности в мире музыки. Сегодня у нас в гостях молодой парень, композитор, музыкант Семен Кривенко Адамов. Семен, привет. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, слушатели Кометы. Семен, расскажи о своей музыке. Ты сказал, что ты все-таки в первую очередь композитор. Да, это действительно так. Я пишу музыку, в большей мере фортепиано. Кроме того, я еще пишу песни. Скажи, с какого возраста занимаешься музыкой? Ну, вообще я поступил, то есть в музыкальную школу мне было 7 лет. Но до этого я где-то с 5 точно играл уже на фортепиано, потому что семья у меня музыкальная, мать пианистка, все в семье играли. Родители заставили, да, играть? Или свое решение? Не, на самом деле все-таки заниматься, то есть играть, мне всегда хотелось. Ну а в музыкальную школу все-таки меня отдать — это уже больше инициатива родителей. Ну, понятно, если ребенок начинает заниматься на фортепиано и чуть-чуть проявляет к этому склонности. И особенно, когда родители музыканты, ну, по-моему, сам Бог велел уже, да, продолжить это дело. Ну, а как вот, правда, чувствует себя музыкант, а тем более вот композитор в этой жизни? Мне всегда вот было удивительно, как рождается мелодия, как рождаются слова, я еще понимаю. Они крутятся в голове, да? И мы можем это объяснить. Ну, музыка, да. Ну, что такое музыка? То есть музыка – это образ. То есть прежде всего в голове есть какой-то образ, и он уже воплощается, ну, у музыканта в музыке, у поэта в поэзии, да? Вот. Семен, ну а ты стихи пишешь или нет? Стихи не пишу, пишу тексты песен. Это и несколько... пишешь музыку для стихотворений? Да. Участвовал в нескольких таких записях. Меня просили сделать фон для стихов. Виктория, Семен, может, тогда сразу и послушаем? Вот у нас эфир этот планировался совместный. Семен должен был прийти вместе с донецкой поэтессой молодой также, но очень перспективной Розой Лермонтовой. Да, которая у нас тоже неоднократно была в гостях. Были очень теплые такие эфиры получались. Но в этот раз вот... Да, но зато всегда мы можем послушать запись, тем более в этой записи принимал непосредственное участие как раз Семен как композитор. Слушаем. Слушаем. Мне нравится, что белый цвет распахнут, как открытая страница, что он похож на утро, чистый свет, что в занавесках кружевных ютится. Мне нравится еще, что белый цвет напоминает в ясном небе облака и дальние немые берега в тумане молочном, когда спит рассвет.
Мне также нравится, что белый цвет, как простынь праздным утром воскресенья, как светлое из памяти мгновение, как белоснежных ландышей букет. На скамье лишь тонких лапок след, да белое перо, не скрыто снежным мелом. Мне нравится, что белый цвет похож на снег. Похож, похож на снег. Республика на связи. События, мероприятия, встречи и новые знакомства. Каждую субботу. Комета Донецк. 98,6 FM. Мы возвращаемся к нам в студию. Это программа «Республика на связи». По-прежнему с вами у микрофонов Виктория Клепикова и Рената Агистал. Мы говорим о музыке. О музыке и о стихах. Да, и сегодня у нас в гостях Семен Кривенко Адамов, композитор и музыкант. Семен, но сам инструмент выбирал ты или все-таки тоже родители в какой-то степени поспособствовали, может быть, навязали, или он просто стоял в квартире, и поэтому нужно было осваивать именно его? По определению. Да. Но тут ситуация такая, знаете, когда еще ты совсем маленький, когда ты видишь один инструмент, ты думаешь, что только он и существует. То есть, ну, естественно... А другого не было. Такого выбора у меня не было. На самом деле, мне сам по себе нравится звук, который звучит с фортепиано. Он такой достаточно светлый. И, не знаю, мне кажется, лучше его нету. Но это мое личное мнение. Я хотела задать вопрос, было ли искушение какие-то другие инструменты попробовать, но понимаю, что вопрос бессмысленный уже. Да, ну на самом деле я еще ходил 5 лет на гитару, занимался с репетиторами, но все-таки фортепиано, но одолело. Ну в какой-то степени, значит, владеешь гитарой, да? Ну да. Может быть и не только, да? Только гитарой и фортепиано. Ну гитара — это больше все-таки любительский уровень. Но любой композитор, насколько я знаю, он в первую очередь должен владеть именно фортепиано, потому что на этом инструменте проще, наверное, и легче всего прописывать сложные аккорды, гармонии. И даже если музыкант делает аранжировку для большого оркестра, то только на фортепиано это можно сделать. Да, это, наверное, такой самый основной, самый важный инструмент. Хотя есть, конечно, композиторы, которые у них шел основной инструмент. Допустим, если брать даже мировых, то таких самых продвинутых, есть самые различные: труба, скрипка и так далее. Сейчас современными технологиями, в принципе, можно на любом инструменте играть. К сожалению, в связи с современными технологиями очень часто бывает так, что музыканты не умеют играть ни на чем, кроме как на сэмплах и тому подобных разных приспособлениях. Ну, на самом деле, это скорее и музыка, если честно, назвать нельзя, так как музыка — это скорее то, что может пройти через века. Если музыку нельзя записать на какой-то носитель, вот на бумагу, да, то есть что с ней будет, когда отключат свет? А если есть ноты, есть инструмент, тогда музыка будет вечная, она никуда не исчезнет. Рояль и свеча вечные. Тогда остается еще надеяться на то, что в будущем будут люди способны это воспроизвести, но не до конца, скажем так, деградирует общество. Не, ну на самом деле сейчас, я считаю, довольно-таки неплохая подготовка в музыкальной школе дается. Я видел, как занимаются сейчас. Это мы так утрируем, на самом деле. Ну, я так понимаю, что, Ренат, про тему диджейства, да, сейчас... Он и диджей в нем учится, на самом деле.
Безусловно, потому что в ночном клубе представить себе рояль достаточно трудно. Там как раз, да, диджей, царство диджеев идет. Совершенно другой ритм, совершенно, да, другой свет. Да, но это веяние времени, моды. Я не знаю, мы против этого не можем идти. Кому бы это, может быть, не хотелось, кому-то хотелось, но как оно идет, вот, в принципе, против этого и сделать ничего не получится. Семен, может, послушаем что-то из твоих произведений? Давайте послушаем. Что тогда именно? Ну, я последнюю композицию написал, она называется «Закат». Там я применил впервые такой очень красивый инструмент этнический, называется дудук. До этого я его практически, ну так получилось, что я его слышал, но вот так получилось, что последнюю композицию, которую я услышал с дудуком, вот она меня очень затронула. Я решил... На синтезаторе, да? Прописано. Да, он прописан на синтезаторе. Потому что живой инструмент, он, в принципе, очень редкий. Что такое дудук? Расскажите несведущим. Ну, это такой духовой музыкальный инструмент, который... Единственное, я могу ошибаться, он делается из, как сказать, середины сердцевины абрикосового дерева. Да, такой уникальный инструмент. Сложности такие. Да. Семен, как называется композиция? «Закат». Слушаем. Thank you.
Республика на связи. События, мероприятия, встречи и новые знакомства. Каждую субботу. Комета Донецк. 98,6 FM. Наша программа продолжается. Сегодня мы говорим о музыке. Семен, расскажи, а как вообще рождается у тебя сама мелодия? Она у тебя, не знаю, как слышится в голове, или, может быть, в процессе репетиции что-то появляется, ты наигрываешь, а потом это образуется как-то в мелодию? Угу. Как уже я говорил, музыка — это образ, да, то есть если человек что-то не пережил, то есть ему будет сложно что-то вообще написать. То есть когда человек какой-то, пусть это даже будет трудность, пусть это какая-то будет преграда, какое-то может разочарование или наоборот радость, это все как-то отображается. То есть это человек, он как фотоаппарат, да, вот что-то случилось, он раз это запечатлил, и оно где-то в нем хранится. Потом все-таки оно наружу выходит. Говорит ли это о том, что композиторы очень эмоциональные люди? Я вот смотрю на вас и не могу сказать, что вы сильно эмоциональны. Но на самом деле эмоциональность, она не всегда проявляется внешне. Есть люди, которые, ну, как айсберги. То есть на переживают все в душе? Да, на поверхности что-то еле там заметно, а все под водой. Тогда что можно сказать, внутри идет такой вулкан чувств, что ли? А если спокоен, рождается мелодия или нет? Конечно, рождается. Есть же самая разная музыка, да, есть, ну, знаете, вот представим такую ситуацию. Лежим мы, да, на берегу такого океана, да? Смотрим на солнце, да, которое заходит там, может, рядом где-то бокал вина. Ну, как может быть музыка какая-то депрессивная быть или какой-то другой? Знаете, Семен, люди разные бывают. Даже в таких условиях иногда пишут такие весьма мрачные мелодии, а бывает в самых неожиданных местах, вот даже люди, когда сидят, может быть, в тюрьме или находятся в заточении где-то и пишут такую музыку светлую. Да не только музыку, а может быть даже произведения литературные. Да, да, все зависит от человека, от его мировосприятия, мироощущения. Если говорить о музыкантах-композиторах, вот кто больше всего влияния оказал, да, на ваш стиль музыкальный? Потому что вот когда фортепиано, у меня сразу первый, кто всплывает в памяти, Клайдерман. Ну, я слушал достаточно много различных композиторов, ну, так, чтобы какие-то имена назвать. Людовико Эйнауди, Рума. Тоже интересная музыка у него. Ну, хотя я не скажу, что я там слушаю только инструментальное. Я могу включить и послышать и рэп, могу и, в принципе, рок, но преимущественно я слушаю все-таки инструментальную музыку. Нельзя слушать только одно. То есть любой композитор, любой исполнитель, я считаю, в его вот этом песенном глоссарии есть какая-то вот изюминка, которая... Mm-hmm. Прослушаешь, даже самый там какой-то оторванный рэпер, у него есть что-то такое, что можно послушать и чему-то поучиться. В рэпе тоже, в принципе, есть люди довольно поверхностные, которые, как это сказать, говорят, что видят. И там и ни мелодии не прослеживается, ничего. Есть, в принципе, и мультиинструменталисты, которые и сами себе делают аранжировки, но таких, конечно, единицы, но тем не менее они есть. Да, есть, кстати, рэперы, которые имеют, ну, даже серьезное музыкальное образование, и которые могли бы заниматься чем-то действительно серьезным, но у них просто вот клик души, крик такой, именно донести именно в этой форме, так как рэп, все-таки рок, вот такие направления, они сейчас доминируют, скажем так, в девайсах молодежи. Ну да, это для определенной возрастной категории, безусловно. Потом эта молодежь вырастает и начинает слушать другие песни. Да, это так. К счастью или к сожалению, Виктория, далеко не всегда. Ну, люди разные, Арина, это правда. Семен, ну, как музыкант, вы, получается, можете сказать о том, что
плохих стилей музыки нет, есть плохие музыканты. Ну, смотрите, человек, например, может начать слушать даже самую примитивную музыку, потом ему захочется что-то больше, ему она надоест, он потихоньку будет расти. Сначала из примитивного, да, рэпа, все-таки, когда он начнет расти, он будет слушать более глубоких исполнителей, потом более серьезную музыку. И как для начального этапа даже какая-то примитивная музыка, да, там даже пусть, я не знаю, какая-то электронная, там, что ее даже непонятно, кто написал, она может быть вот тут этим вот толчком, этой ступенечкой. Семен, но вообще каждый человек, он склонен как бы погружаться в свои увлечения. А кто-то, скажем так, не слишком, а кто-то вот конкретно уже в направлении разное углубляется. И если мы говорим о все-таки людях, которые очень любят музыку, многие уходят вообще в андеграундные стили. Допустим, начинают с рэпа, скажем так, более припопсованного, но заканчивают уже такими исполнителями, ну, совсем андеграундом. Это же можно сказать и о роке. Если мы говорим о классической музыке, то, наверное, все-таки переходят к классическим композиторам, да? Или все-таки не так? Ну, знаете, есть разные. Мы же не знаем, что слушает там, или слушал, да, и Эннио Морриконе. Может быть, он слышал какой-то самый депрессивный рок, и у него получились вот такие вот темы. Мы же не знаем. Ну, это упущение журналистов. Тема для расследования. Да. Поэтому с каждым музыкантом нужно проводить как можно больше интервью, чтобы в последующем знать, почему же он писал именно так и что же на него воздействовало. Ну, я думаю, вряд ли вам кто-то правду и честно скажет. Ну, Семен, ну мы считаем, что сегодня вы откровенны с нами или же нет? Ну, сказал, что было, то сказал. Семен, в какой момент чувствует музыкант, что ему хочется написать что-то свое? Я могу сказать следующее, что если музыкант ставит себе просто цель, вот мне надо написать, вот у меня есть там срок такой-то, такой-то, это будет либо музыка, ну как, она будет без души, то есть ее может понять машина, то есть, ну, там есть там какие-то ходы, да, там доминанта, субдоминанта, там, и все. Если написать музыку та, которая будет доходить до сердца, и она должна все-таки идти снутри. То есть, я считаю, это... Некоторые музыканты называют это высшей степенью мастерства, когда под заказ за несколько дней можно сделать шедевр. Не знаю, я все-таки считаю, что шедевр... Хотя, если, ну, как сказать, есть же, наверное, какой-то такой музыкальный эгрегор, да, к которому подключиться, и можно музыку просто, ну, читать, да, то есть, как говорил Мирослав Скорик, да, я не знаю, мои ли это мотивы, то есть, может быть, я где-то прочитал, где-то они меня, откуда-то вот информация эта вошла в меня, то есть, и, может быть, и есть такие композиторы, которые умеют вот так быстро подключаться. Но все-таки не стоит писать музыку тогда, когда ты чувствуешь, что ты истощен и пустой. Это мое мнение. Ну, трудно вообще что-то делать творческое, когда ты не в физической форме. Трудно что делать либо вообще, не говоря уже о творчестве. Можно только лежать на берегу океана и смотреть на закат. Музыка — это такая необычная материя, которая, Семен, я думаю, вы со мной согласитесь, она граничит как с душой, так и с математикой. С одной стороны, там все просчитано, потому что любой ход — это закон гармонии. А с другой стороны, наша мысль, она отображается на бумаге с помощью нот, и мы не задумываемся в этот момент, как это будет гармонически обусловлено. Да, вот если взять даже нотную грамоту, да, там у нас идет половинные, четвертные, да, то есть это те же самые дроби, то есть те же самые линейки надо считать. Но с другой стороны, это не математика, потому что математика, она любит точные какие-то музыка, в ней может применяться различные диссонансы, может быть какие-то отклонения по темпу, там, ну, не буду сейчас термины, но музыка воспринимается еще тогда, когда в ней есть наоборот даже какие-то вот моменты, где вот, ну, там аккорды несуществующие взять вот для придания какого-то вот
эффекта. А потом оказывается, что у этих аккордов есть название, и их уже использовали много-много лет. Ну, Семен, тогда на ваше усмотрение, какая следующая композиция будет? Давайте ее послушаем. «Не уходи» называется. Республика на связи. События, мероприятия, встречи и новые знакомства. Каждую субботу. Комета Донецк. 98,6 FM. Программа «Республика на связи» продолжается. Сегодня у нас интересная беседа с молодым донецким композитором, музыкантом Семеном Кривенко-Адамовым. Семен, привет еще раз. Угу. Семен, как музыкант, где вы выступаете? Я выступал на различных мероприятиях. Ну, это связано и с Донецким клубом поэтов. Меня приглашали. Также я недавно дал свой, так сказать, дебютный концерт, который состоялся в Куприне. Там я сыграл свои композиции. У меня сейчас есть, ну, можно так сказать, два, но на самом деле полтора альбома инструментальных произведений, то есть композиций. И, конечно же, их я всех включил в этот концерт. В Донецком клубе поэтов как проходят твои выступления? Это получается примерно формат, как у пианистов во время немого кино? Такое сопровождение музыкальное или несколько иное? Ну, кстати, на немом кино я тоже был топером несколько раз, да. Но с Донецким клубом поэтов я всего лишь то ли два, то ли три раза на самом деле выступал. Первый раз это была презентация сборника Донецкого клуба поэтов, и там поэтессы и поэты
читали свои произведения, и в это время я просто играл какой-либо фон. Это была импровизация или это было что-то уже свое написанное? Были как уже заготовочки, конечно же, без них никуда, но были моменты, когда просто Татьяна, по-моему, с Демир просто мы договаривались, что там, ну, какую я уже там себе пометочку сделал, она просто решила поменять, то есть другой какой-то стих, ну, и мне, конечно, пришлось импровизировать, то есть, это всегда такое случается, приходится где-то импровизировать. Ну, главное в этот момент быть на одной волне вместе с поэтом. Если будет находиться каждый в своем как состоянии, таком психологическом и душевном, допустим, случится вот такое, что начнешь что-нибудь, как ты сказал, ляпать, будет дурное настроение. Хотя будет определенный шарм у такого выступления, да? Я считаю, что вообще, в частности, Донецкий клуб поэтов, это очень талантливые люди состоят в нем. И я читал стихи Розы Лермонтовой и Алены Оберемко, Разгоняевой. Ну, это, я считаю, хороший уровень, то есть для поэзии. Семен, но подобные выступления, они все-таки некоммерческие, и музыка твоя тоже некоммерческая. Скажи, а как тогда зарабатывать молодым музыкантам и композиторам деньги? Ну, знаете, есть такая поговорка, да, художник должен быть голодный. Но это не то, чтобы прям вот точно должно быть так. На самом деле, я считаю, что когда у композитора, поэта и так далее, ну, любого деятеля искусства появляется много денег, его творчество перестает быть вот таким вот. Оно уже переходит на какой-то более низкий уровень все-таки. Но с другой стороны, помощь какая-то должна от слушателя идти, потому что если взять композитора, да, или поэта, он должен, то есть он пишет стихи, да. Если ему приходится зарабатывать, грубо говоря, там, не знаю, разгружать вагоны вместе двары, то есть понятное дело, что ему просто не будет возможности эти стихи писать. То есть какая-то должна быть помощь для того, чтобы он мог заниматься своим делом. Но это не должны быть громадные деньги. А как относишься к выступлениям на корпоративах и вообще к исполнению чужих произведений? На корпоративах я вряд ли бы даже согласился выступать на самом деле. Отношусь как, конечно же, это должно быть, должна звучать живая музыка, если это какое-то празднество. Смотря какие музыканты. Есть, которые они, композиторы есть исполнитель. Если исполнитель хороший, он согласится играть, в принципе, где угодно. Что-нибудь из музыки есть такое рождественское, может быть, праздничное? Пока что у меня, я не скажу, что так уж много произведений, но почему-то сейчас у меня идет больше такой нейтрально-задумчивый стиль. Так что не знаю, что могу предложить. Семен, скажи, а что сейчас можем послушать из твоей музыки? Давайте послушаем произведение, которое называется «Скажи, люблю». Оно такое, о светлой такой чистой любви, может быть, даже первой. Я думаю, может, кому-то это будет интересно. Вот на такой ноте мы сегодня завершаем нашу программу «Республика на связи». В этом году у нас это программа первая. Первое и в то же время предрождественское. Друзья, будем надеяться, что у всех завтра будет хорошее настроение. Мы, может быть, в этом сегодня как-то поспособствовали. Но, скажем так, заставили с помощью музыки, с помощью нот задуматься, может быть. Да, Семен, и на прощание, с одной стороны, скажите, какие ваши планы, а с другой пожелайте что-то нашим радиослушателям. Планы какие у меня? Конечно же, это записывать музыку. У меня есть достаточно материала, который еще требует, так сказать, воплощения в этот материальный мир. Ну и что я хочу пожелать? Хочу пожелать, чтобы слушатель любил музыку, слушал музыку и всегда рос вместе с музыкой. Спасибо большое.
Нашим радиослушателям напоминаем, сегодня у нас в гостях был Семен Кривенко-Адамов, композитор, музыкант. Это была программа «Республика на связи». С вами были Рената Агистов и Виктория Клепикова. С наступающим всех Рождеством!